feel so bright, I feel so gifted, I feel so high, I feel so lifted. By my side is where you're sitting, in my life is where you fit in, yeah, yeah. I never thought that I would get this far. I wanna drive around in the nice cars. I wanna forget about my scars and just have a good night. I smoke something down, I drink something down. I'm feeling it now, I'm feeling it now. I could say it out loud when I see you. Покажу вам мой сегодняшний образ. Для видео я надела мюли, а так я видео буду снимать без каблуков. Сегодня, кстати, не так, как обычно, потому что вы не задавали вопросы, что это в кадре, это рассада. Будут огурчики, скорее всего. Сегодня не так, как обычно, на мне какой-то оверсайз вверх или оверсайз низ. Сегодня все довольно-таки просто. На мне вот такая хлопковая рубашечка с коротким рукавом, очень приятная к телу, с мелким таким цветочком. Потом шорты Gap. Мюли, шорты Gap, мюли и пояс из второго выпуска «Богиня шопинга на бюджете». Вот такой образ у меня сегодня. Меня зовут Светлана, и если вы впервые на моем канале, то приятно познакомиться. Оставайтесь, вам понравится. С сегодняшнего видео я начинаю серию роликов из 5 летних образов, которые я собрала из вещей секонд-хенд. Целью моих видео будет бюджетность, функциональность и возможность собрать точно такие же образы из вещей, которые обязательно найдутся в вашем гардеробе. Как только это видео наберет 400 лайков, я знаю, вы можете, я выпущу вторую часть с еще 5 образами из вещей секонд-хенд. Будьте активными, поставьте лайк этому видео, и, конечно же, я вас с нетерпением жду в комментариях. Засняла для себя без профессионального света, и, честно вам признаюсь, выглядит как летний базовый гардероб. Я забыла, что хотела быть в шляпе. И начинать клевать цветок. Что за... Нет, наверное, лучше без шляпы. Ха, а кадр не будет. А, так вот. Как это они так делают, у них все волосы позастревали. Ладно, начнем так. Первый образ я буду озвучивать в таком виде. Если мы говорим о летних образах, то это достаточно-таки высокая температура, я вам скажу. Покажу вам долгожителя своего гардероба. Мини-юбку в очень популярный в те годы принт с воронами черными. Она очень легкая, универсальная. Здесь такая резиночка и сборка вверху. Есть карманы, что очень удобно. Вот мне просто интересно, угадаете ли вы, у какого бренда такой принт был фишкой? Ну, кто угадает, напишите мне, пожалуйста, ниже в комментариях. Недавно я пролистывала новые коллекции Mango, H&M и Zara смотрела. И увидела вот очень похожие мюли на мои, эти мюли из второго выпуска «Богини шопинга на бюджете». Кто не видел, подсказку оставлю для вас сверху. И цены, конечно, ну, такие себе хлюпенькие и с такого себе материала, от 600 гривен и, понятное дело, уже выше мы уходим. Я их называла, кстати, чтобы на секунду вы убедились, они новые, может, кто первый раз просто. На моем канале они совершенно новые, но покупала их в секонд-хенде. Во втором выпуске «Богини шопинга», когда я их нашла, я сказала, что это шлепки. Но это мюли, и почему я так сказала, непонятно. Это мюли на каблуке таком. Устойчивым достаточно. Сочетаю я эту юбку с достаточно-таки простой базовой майкой. Вот у меня такой
комплект. Покажу вам штаны в такую вертикальную полоску. Я себе в них напоминаю героя из мультфильма «Астерикс и Обеликс», мой любимый мультик. Очень удобные, очень практичные. Это, знаете, вот как бы ни казалось бы смешной такая модель, она очень удобная и очень модная. Я ее покупала в магазине Zara. Сейчас же вот представители данной такой модели делают с такой ткани, вот знаете, напоминает она ткань гофрированную бумагу. Вот кто знает, как эта ткань называется, напишите, пожалуйста, мне будет интересно. Они мягенькие и легкие. Эти же достаточно такие, знаете, летние, даже полу такие прозрачные, если посмотреть на свет. Такой их плюс — это то, что они конкретно на лето, они легкие, летящие. Сочетаю я их с топом шелковым. Сейчас вам покажу небесно-голубого цвета. Вот он, мой топ. Вот я вам покажу стопроцентный шелк. Я, кстати, у одного блогера прочитала под видео, что шелк не мнется. Это правда? Вот если стопроцентный шелк, он что, не мнется? Мне просто как-то не верится. У меня шелковые вещи мнутся, но если их там постараться как-то сложить, то они, конечно же, помнутся. Вот. Слышали ли вы и правда ли это? Напишите, мне будет интересно. Конечно же, образ достаточно таки простой. Сочетаю я их либо с кроссовками, сочетаю я их либо с кетами своими Stan Smith, либо надеваю мюли, дабы придать мне немножечко роста. Кстати, длина их, это мой размер, и длина их такая должна быть. Вот она такая, знаете, как ее немножко не хватает, но это так должно быть. Я очень как-то сомневалась, но когда увидела уже на моделях, девочках, то поняла, что да, так оно и должно быть. Писать можно легко и корзинку за 6,50 из моего весеннего гардероба, так и мою базовую голубую сумку. Вот. Вариантов несколько. Если нужно утеплиться на летний вечер, достаточно таки прохладный он у нас бывает, можно надеть либо рубашку, либо джинсовую куртку, как в первом, так и во втором образе. У меня есть такие чудесные летние льняные штаны от скандинавского бренда. О них более детально, ну прям таки более чем детально, я рассказала в своем, представляете, первом видео о секонд-хенд покупках вообще. Вот я вам ссылку оставлю вверху, там я более детально все показываю. Они легкие, летние, ну, про супер пользу льна в летнее время я рассказывать не буду, вы и так все знаете. Сочетаю их либо с красными бабушами, либо сюда надеваю свои мюли, которые я показывала вам ранее. Добавляю трикотажную кофточку полосатую, можно и футболочку. Если надеть небольшой каблучок и взять мою голубую сумку, то это такой городской образ. А если надеть бабуши, вот такой комплект, добавить соломенную шляпу, то будет такой образ, в котором можно смело отправиться в круиз, либо отдыхать в теплые страны. Мечтать не вредно. Летом я делала небольшую фотосессию с пикника. Мне нужно было что-то легкое, светлое и такое, знаете, немного воздушное даже. Я взяла вот эти штаны льняные
И к ним добавила свою уже, если вы смотрите мой канал, вы ее 100% видели, более чем известную блузу, она такого цвета off-white, видите, вот если вот так, то нет, она все равно светлая. Но в жизни она такого молочного цвета, приглушенного цвета off-white. И все это дело я соединила с помощью контрастного леопардового пояса, который я покупала для своего видео с зимним гардеробом. Подсказку тоже оставляю для вас вверху. И все это дело я соединила. Когда я показала фотографии, мне многие написали, что «Ой, классно, где ты купила такой комбинезон?» Я такая: «Какой комбинезон?» Ну, я не стала им там рассказывать что-то отдельно, блуза и отдельно штаны. Я сказала: «О, да, спасибо большое, мне очень приятно». И у меня получился вот такой комплект. Добавляю свои мюли плюс голубую сумку. И возьмите себе на заметку, очень красивое соединение цвета вообще. Вот когда вы рисуете, то это соединение цвета, а если вы надеваете какую-то одежду, то это уже сочетание между коричневым и голубым. Просто вау смотрится, просто вау эффект. И вуаля, у меня получился такой достаточно спокойный городской образ, носибельный. Я знаю, что у вас точно что-то таки найдется похожее, и вы сможете составить такой же комплект. Вы знаете, шорты и платья я оставлю для второго выпуска, ну, чтобы вам было интересней. А сейчас покажу вам футболку. Такой принт на футболке в виде зебры, смокинги зебра. И сочетаю я эту футболку с юбкой, которую купила в секонд-хенде и показывала вам образы вместе с ней в своем видео подготовки к 14 февраля. Тоже подсказку оставлю либо вверху, либо ищите ссылочки в описании, обязательно для вас оставлю. Мне безумно нравится, как эти две вещи сочетаются между собой. И когда я их надеваю, зебра будто тоже надевает юбку и оказывается вот такой вот. И показывается вот такой вот силуэт, когда я очень часто гуляю в таком образе. Если это будет образ на выход, то можно добавить лодочки. В анималистичный принт, а если это какая-нибудь прогулка, то можно просто взять кеды. В моем случае это кеды Adidas Stan Smith. Если мы говорим о прогулке вечером, то наверх я надеваю вот такой бомбер от Forever 21. Он тоже шелковый, и почему я задала вопрос о шелке, вот он мнется, ну как-то я сажусь в машину, и он мне начинает на спинке немножко вот так складочки такие делать. Подарок. Ношу его очень редко и бережно к нему отношусь, но вещь очень классная и практичная. У меня впервые шелковый бомбер, я вот вообще не нарадуюсь, еще есть такой цвет, казалось бы, но сейчас покажу вам сочетание. Ну что ж, на этом у меня все. Благодарю вас за просмотр. Совсем скоро мы снова с вами увидимся. Все, жду вас в комментариях. До встречи!